блин. Вот видите, какой низкий расположен, как я вам прокрашу? Это ж пушковый, вот он. По ушам прямо. Это ототрется. Я сейчас салфеточку дам. Ну это же крашивание, как вы хотели. Если вдруг не ототрется, то лимонкой. Или мылом, вот чуть-чуть прям мыльцем. Но я вам все ототру. Сейчас я вытру, извините. Я сейчас вытру. Все, это я все вытру. У вас видите, какой рост волос низкий? Мне же надо как-то прокрасить. Что, там вырезалось? Нет, нет, это я воротничок поправляю. Все нормально, это я пенюар поправляю. Сейчас поправлю воротничок, подождите. Все, пойдемте сушить. Что, там вырезали? Нет, нет, это я пенюар протираю. Как-то мокро мне. Нет, это вода, это просто вода. Там шея чистая? Да-да, тихо-тихо, не трогайте, трогайте воротничок. Это воротничок грязный. Yes. Это воротничок грязный, вот видите? А так все нормально, рубашка чистая. Ототрется все. Что, первый раз что ли? Ну все, до свидания, до встречи. Чтоб жила ты одна на этом свете, без друзей, без подруг. Чтоб тебе никто не сказал про это. И в стирку будешь кидать машинку, не смотри на нее, глазки закрой. Ксюх, сильно было видно, что рубашка немножко вымазалась чуть-чуть? Так, а у меня в час окрашивания, да?